Сегодня обзор в нереально погодных условиях Северного полюса. У нас холодно, дует сильный ветер. Сегодня на обзоре Audi A6, как и обещали, в C5 кузове, 97 год, первая партия самая. Данный кузов выпускался с 97 по 2004 год. С 97 по 2004. Ладно, оператор раздувает. С 97 по 2004 год. В 2001 году был рестайл. В рестайле уже были другие решетки, фары поменены, бампера были в цвет кузова. Данная модель предшественница Audi, вернее, ну, до этого была Audi 100 в кузове C4. То есть это сотка. Потом в C4 кузове в 94 году был рестайл C4 кузова, который был уже назван A6. И по А6 С4. Это А6 С5 кузов. Объем 2.4, получается бензин, 6 V-образный двигатель, коробка Типтроник. Что хочется сказать? Данная модель была очень модель бензиновых двигателей была очень большой. 1.8 турбо было, 2.4, 2.8 было, 3-литровый, 2.7 битурбо. Самая мощная модель была это RS6 с объемом 4.2. Вот, но у нас все-таки Audi 2.4. Вот такая вот красоточка. Что я хочу о ней сказать? Минусы этой данной машины, данной модели, это низкий клиренс. Все жалуются, очень низкий клиренс. И вот эти вот штучки, которые находятся на, ну вот это вот на бампере и на, ну здесь уже стоят брызговики, а на самом деле это очень низко. Вот это постоянно цепляется и слазится. Это она стоит на родных пружинах. Пружины были заменены, поставлены немецкие такие же. То есть уже пружины менялись. Пробег около 310 тысяч, кажется, да? 310, это так. Мотор еще не лазили. Мотор начал подъедать масло. Есть нормально, расход масла нормальный. Когда брали машину сизого дыма, там не видно, ну как бы, что, как обычно, там расход масла, да, пока сизый дым, там туда-сюда, масляные кольца на глушителе. Здесь не было ничего. Потому что были катализаторы. Как только были вырезаны катализаторы, сразу же был, появился сизый дым. Сейчас он есть при заводке. Данный кузов оцинкованный. Капот уже идет алюминиевый. То есть в голодный год, если вам будет не хватать денег, сняли капот, сдали, получили денежку, вложили в машину. Вот. Кузов очень интересный. Мне кажется, до наших дней он сохранил такую... ну, как бы он в моде еще, да? Он не смотрится устаревшим каким-то. Он такой округленный, весь закругленный, красивый кузов. На родных 15-х дисках зимой такие, летом стоят барбеты. Мягко идет. Здесь стоит подвеска многорычажная, очень дорогая, недешевая, да? Много сайлентблоков, соединений. Но за счет этого они добились очень плавной схода. Мягкость, вообще просто ходовка изумительная. Машина отрабатывает все кочки, все как нужно. Держит дорогу, просто шикарно. Давайте откроем капот, посмотрим. Ох, и тут у нас еще осень происходит в капоте. Ну вот он, тот самый мотор, как бы небольшой. Фишка в чем? Фишка в том, радиатор сделан здесь, здесь вот такое пространство. Я не знаю для чего, но оно здесь есть. Почему они не сделали сюда дальше? Я не знаю, может здесь какое-то ставилось какое-то оборудование еще. Потому что, то есть здесь, чтобы поменять ролики, нужно разбирать морду. Всем, кто хочет брать эту машину, но ролики, если шумят, то это не думайте, что это как на обычной машине, это мелочи. Поменять их нужно, снять бампер, снять вот здесь радиатор, потому что ну здесь просто не подлезть, здесь нету места для того, чтобы подлезть. Здесь стоит штатная вибаста. Правда, она отключена, почему-то еще до нас включали. Вообще у этой машины третий владелец, вообще с завода. В Германии был один владелец, потом эту машину привезли, она стояла, у нее был. Вот ее купили, она стояла, ее купил чувачок, и ну, мы у знакомого ее забрали. Это машина моих родственников.
Вот, фары уже были заменены, фары тускнеют, пластик, ну, как обычно, пластик уже идет такой, что он от цвета фар тускнеет, аккумулятор вот здесь стоит. Вот, что еще сказать? Ну, машина, в принципе, надежная, если за ней ухаживать, смотреть. Мотор, вот, я говорю, 300 тысяч пробегу, уже, ну, как бы нужно лезть, смотреть, то есть, как бы мы не знаем, как ДНС его обслуживал, как бы обслуживали вроде бы хорошо, но какая, как, вот 300 тысяч, короче, все, мотор начинает дымить, начинает есть масло, чтобы вы знали. Итак, вот это круглые, знаменитые круглые формы Audi, давай оттуда, сильный ветер. Знаменитые круглые формы Audi, они залезали здесь все, что можно, то есть эта машина по сути своей круглая, что спереди, что сзади, она одинаково круглая, но это тем не менее не портит виду ее. Багажник открывается, у нас открывается очень глубокий багажник, очень большой, стоит сабвуфер, пятый элемент, пойдем поближе покажешь. Сабвуфер стоит, хорошо играет, задние сиденья складываются, багажник и так не маленький, но задние сиденья складываются, за счет чего увеличивается, как обычно, багажное пространство. Много бардачков, блоки, шмоки всякие там, вот как видите, то есть это все можно, если вам нужно что-то убрать в отсеке, все лежит, все, вот оно, все помещается. Не нужно, вот я на BMW вожу с собой ящик. Здесь он, в принципе, не нужен, все вот сюда поместится, самое необходимое. Вот, что здесь? Здесь вот у нас вонючка лежит, видите? Я не знаю, как она пахнет. Ну, пахнет как-то, но выглядит отвратительно, короче, чуваки. Эстетический вид подпорчен. Давайте посмотрим, что у нас здесь. А здесь у нас... Вот такой удобный сделали Audi крючочек, спасибо им большое, не приходится держать, ты подклеил, ну поднял в смысле и вот, пожалуйста. Вот, смотрите, все вообще в родной красочке, все, пойдем сюда. Вот оно, все родное, все ровненько, нигде ничего, никаких гнили, намеков на нее. Лежит полноразмерная запаска, помещается 15-я, 195, 65, 15. Вот, ну в принципе, машина... Как бы для семьи, вот она, очень удобная ручка, которая в грязную погоду не обязательно марать руки, закрывая при этом багажник. Кузов у нас в идеальном состоянии, можно так сказать, да? Единственный минус в том, что прошлый хозяин мыл часто его. То есть, как бы вот здесь есть сколы, но вот этот цинк, который оцинкованный кузов, то, что они не гниют, эти сколы. Вообще ни арки, ничего не гниет. А гниют почему-то вот здесь вот. Здесь гниет именно эта сторона. Не знаю, наверное, за счет того, что были забиты каналы. Забиты были каналы сливные. И за счет того, что ее часто мыли, вода, соответственно, ну, стояла. И за счет этого начался процесс гниения, да. Но машину просто реально, это вот именно в этой машине, почему сверху нет, я думаю. Потому что эту машину мыли очень часто. Ее мыли практически каждый день. И может быть, за счет этого начала гнить крыша. А так кузов весь ровный, оцинкованный, вообще просто идеально. У некоторых болезней начинаются вот эти вот места, все ржавеют. Кто будете смотреть, как бы смотрите на это, обращайте внимание. Бывает, что когда начинает гнить под ними, то есть вот эти молдинги лежат неровно. Здесь все хорошо. Родная наклеечка от сколов. Вот, сними цинк, то, что вот как это вот оно вот есть. Вот оно, сколы. И ничего при этом не, этот, как сказать, не гниет, да? Что хотелось бы сказать, когда будете выбирать машину, смотрите на стекла. Подойди, покажи. На стеклах идет вот номер, там завод, да, делал. И здесь идет циферка, вот 7, 97 год. То есть, если вы смотрите машину и посмотрите на все стекла в круг, то должна быть хотя бы циферка 7, да, вот это вот. То есть, тут все стекла родные, и за счет этого, как бы, ну, мы говорим уверенно, что кузов не бит. Просто вы сами будете, когда выбирать машину, смотрите, чтобы... То есть, если где-то что-то, какое-то стекло мененное, например, на двери, вы уже можете уже на эту дверь обратить больше внимания и посмотреть, почему оно мененое, был ли серьезный удар в дверь был там или еще куда-либо. Здесь все цело, слава богу, кузов ровный. Итак, мы переместились в салон. В салоне довольно-таки комфортно, довольно-таки уютно. Салон не постарел. Мне кажется, вот эта модель в этой... пятого кузова пошел такой переломный момент у Audi в плане, да, панели, эргономики вот этой всей, потому что в принципе сейчас на новых моделях, конечно, там все более мощно, более там как-то детально проработано, но в принципе сам дизайн какой-то остался, ну, примерно на каком-то вот таком одном уровне, можно сказать, да, сами формы. Вот
Что здесь у нас? Здесь у нас подушки безопасности стоят спереди две. По бокам нету, ничего нет. Двухзонный климат-контроль раздельный. Кстати, уже на пробеге 300 тысяч была заменен, вентилятор печки был заменен. Ну, стоял оригинальный, как бы, и вот он накрылся на 300 тысячах. Еще на 300 тысячах накрылся родной бензонасос, тоже был поменен. Здесь очень информативная панель, то есть здесь показано все. Показана температура, там, масло, температура двигателя, как обычно, там, остаток в баке, вольтаж этого аккумулятора. Короче, панель очень, плюс обороты, плюс часы. В общем, в эту панель они запихнули все. Вот на самом деле запихнули все, что во многих машинах даже и нету, да, то есть тот же, например, температура масла и вольтаж вообще сейчас нигде нету, и как бы я даже не встречал, только встречал на Audi 80, я помню, было здесь. Вот, компьютер очень тоже информативный, пишет все, большой монитор, все ошибки, все выдает. Стоит родная Вибаста, я опять же говорил, здесь выведен вот этот тоже приборка, компьютерчик. Вот, ASR, система антибукса работает, ну, стоит, все работает без проблем. Подогрев двух сидений, электрозеркала, что еще здесь есть, полный электропакет. Также очень удобно было сделано по поводу подсветок ручек, мне так это нравится. На BMW я хочу себе поставить, они стоят на BMW, по-моему, около 30 тысяч у меня, комплект 4 ручки. Здесь они идут с завода. То есть ручки подсвечиваются, и в темное время суток, когда вы везете особенно кого-то сзади, никто не спрашивает, там, не просит включить свет, и где-то дверь открывается, все видно. Ну, подсветка вообще в этой машине очень красивая. Она чем-то схожа с BMW, вот с моей семеркой сравнивая, потому что также красная, ну, Audi всегда была красная подсветка, также она здесь осталась в красном цвете. Я говорю, вот тут два фонарика красненьких диода, которые так же, как и в семерке у меня горят, освещают просто здесь пространство. Ну, как бы это сделано для кого-то более уюта, для более комфорта. В некоторых моделях шло дерево, здесь идет пластик, вот такой серый, под, ну не карбон, но какой-то, короче, такой под карбон, так сказать. Обшивка, в принципе, целая, до сих пор сиденья целые, то есть на 300 тысячах, вот сними, на 300 тысячах сиденья, ну, довольно-таки в хорошем состоянии, не сказать, что у них большой пробег. Но пластик, вот сам пластик, вот и ручек, вот на той двери сними, потерся. То есть вот это вот какой-то минус, да, это вот, то есть либо дешевое напыление какое-то от этого пластика, либо что, короче, потерся. Сам пластик двери более-менее целый, но вот эти вот именно где ручки, пострадало, конечно. Но панель жестковатая уже идет. Конечно, не пластиковая, но уже пожестче, чем на старых моделях. То есть уже они стали использовать более, как сказать, под евростандарты подгонять материалы, он, соответственно, стал более деревянным, более дешевым. Вот еще минус, не знаю почему именно у нас, но он есть. Эта панель поползла посередине от солнца, и сними тоже, посередине от солнца, и вот по краям, с краю вон там она, ну, нагрелась, то есть отошла. В более богатой комплектации, богатых, шло сиденье электрические с электроприводами, плюс кожаный салон мог идти, тут круиз-контроль шел, здесь его нету. Ну, как бы здесь тоже комплектация не бедная, но, тем не менее, как бы есть комплектации покруче. В этой машине, в отличие от Volvo, которую мы снимали, мне нравятся очень большие карманы. Карманы в дверях, с той стороны вот сними их, покажи. И самое классное, что они открываются. Они открываются, закрываются, то есть вы можете положить, закрыть, и никто не будет видеть, там, что у вас там лежат, тряпочки, там, не знаю, всякие салфетки и так далее. Очень удобно. И здесь стоит электрический люк. Причем он сделан панорамный, стеклянный, тоже своего рода такой ништячок. Также еще здесь говорят слабые коробки, типтроники. Слава богу, 305 тысяч прошла, как бы, дай бог еще пробежать столько же. Главное, вовремя меняйте масла, фильтра и все остальное. Здесь есть также, помимо того, что в дверях под эти карманы стоят, здесь карманы повсюду, в сиденьях карманы, в водительском, пассажирском. И самое главное, смотрите, это 97-й год, и они уже кладут туда, блин, не могу достать, сейчас, коврики, резиновые, прорезиненные коврики, вот. Это, представляете, это завод Audi выпускал в те времена, вот значок Audi, они, ну, то есть туда уже ложили по комплектации коврик. Новые машины могут только этому позавидовать. Сзади очень комфортно, комфортное сиденье за счет того, что спинка немножко с уклоном, и то есть
поясничном отделе очень удобно сидишь, то есть тебе все комфортно, все как бы прям кайф. И плюс крыша. Крышу тоже они сделали в районе головы чуть повыше. То есть за счет этого, ну, высокий человек сядет, он не будет чувствовать дискомфорт. Крыша высока, тут под колени еще вон сколько места как бы. Машина вообще очень большая по вместительности. Она наравне, наверное, даже с А8. А8 может быть чуть пошире, наверное, но в принципе очень вместительный автомобиль. Сзади идет также дефлекторы воздуха, печки, прикуриватель. Тут, я не знаю, там вот пепельницы, кармашки, вот кармашки, опять же, кармашки и в сиденьях, и также кармашек в двери, они не поскупили, сделали кармашек в двери. Колонки. Хорошая стоит система музыкальная, да? Аудиосистема. Не музыкальная, а аудиосистема. Стоит, помимо того, что колонки, ну здесь уже, правда, меняли их и ставили, ну, хорошие какие-то, я не помню фирму, но уже заменены. Но, колонки идут в передних дверях, в задних дверях, пищалки идут в передних и задних дверях, вот они. То есть, ну, насчет этого немцы постарались. Идет три также подголовника, тоже, то есть для, опять же, для пассажира, который будет посередине, очень комфортно. И самое главное, что на многих немцев, я, по крайней мере, всегда на любых машинах, на многих сделан задний диван как бы для двоих пассажиров. В плане чего? В плане того, что посередине обязательно такой небольшой бугор, да, сделан, как бы подушечка такая. Как бы треть туда может сесть, но он будет сидеть повыше, как бы, и за счет этого, как бы, ну, создается некий дискомфорт. Здесь же диван абсолютно ровный везде, то есть, если два человека садятся, то, в принципе, ну, здесь единственное, конечно, чуть-чуть мешает спине. Не то, что мешает, чуть-чуть по-другому ощущение за счет подлокотника, то, что он есть. Вот. Задние сиденья складываются, как я уже говорил. Ну, все, в принципе, комфортно, удобно, лаконично, эргономично. Так что данную машину покупайте, не бойтесь. Ходовка, не, как бы вообще ремонт данного автомобиля очень недешевый, да, взять ходовку многорычажную, алюминиевую, взять двигатель, опять же, капиталка двигателя тоже, говорят, не очень легкая, как бы, нужен, чтобы делал мастер, который уже делал такие двигателя, потому что там какие-то нюансы есть, я не знаю сам какие, но нам говорили, что не так уж просто его откапиталить грамотно, откапиталить можно, но сделать грамотно не так уж просто. Еще хотел сказать про двери. На Audi, то есть двери сами по себе, они хоть и тяжеленькие такие довольно, да, как бы шумоизоляция здесь тоже на уровне, но я не встречал давно, не знаю, я даже не встречал на, вот так на моей памяти на машинах, здесь стоят некие доводчики, то есть ролик, да, то есть на самом навесе идет ролик, который, за счет которого, вот сними, ну блин, не будет видно, наверное, давай вот отсюда я попробую, дай телефон. Стоит вот такой вот ролик, смотрите. И то есть вот, когда я начинаю дверь закрывать, он перекатывается. При этом он толкает дверь на себя. Вот. То есть ролик создает, один ролик, вот он, работа его, второй ролик, вот. То есть два ролика, которые создают при тяжелых дверях очень... Сейчас улетит. При тяжелых дверях создают очень легкое закрытие двери. Настолько легкое, что люди хлопают, постоянно хлопают в этих машинах, потому что садишься, дверь ощутимая, она открывается так весомо. Но закрывание очень легкое. Ну что, поедемте прокатимся? Ух ты ж, ручник держит, ребята, это я вам говорю точно, я забыл выключить. Ручник держит. Блин, ну а машина, ощущение, конечно, супер. Ты едешь и чувствуешь по машине, что эта машина, я говорю, опять же, ходовка дает о себе знать, она очень мягкая, очень плавная, гур, все прям как надо. Все отрабатывает. Блин, я же говорил, надо это. Да, ну сейчас выйдем на асфальт, в принципе. Но низкий клиренс, вот низкий. Наши люди уже там, я видел видосы, как это, они там меняют там что-то, там подрезают бампера, там этот... То есть ставят там пружины повыше, стойки там меняют, ну как бы, не знаю, машины в Казахстане уже, в Караганде там больше 8 лет точно, как бы, и люди не жалуются, потихонечку просто, конечно, с дури можно, как говорится, хоть что сломать. Что, лучше прямо, наверное, проедемся и там направо уйдем, давай, да? Давай. Ну очень классно, машина вообще прям плывет, прям супер. Кстати, хотел сказать о том, что вот у меня в одном из видео, где я ездил на Пассате B3 и пытался его разогнать, один человек мне оставил комментарий про то, что якобы ты не умеешь разгонять машину, ты не топишь.
Скажу вам так, эти машины старые. Я не являюсь владельцем данных автомобилей. И я не являюсь каким-то суперобеспеченным человеком, который может, если что, ремонтировать. Поэтому как бы я попытался его разогнать на свои ощущения, она ну, не пошла. И за счет этого, блин, там мне начали писать, ты не умеешь разгонять там и так далее. Я говорю, я умею разгонять, но я разгоняю в пределах разумного, потому что если я чувствую, что если я буду давить дальше, это будет уже жестко, да, и машина, не дай бог, может что-то где-то, как говорится, сломаться, я лучше попрошу хозяина разогнать, потому что, ну, лишней возможности тоже нету ремонтировать чужие машины, мне в свою до конца доделать. Ну, идет очень вообще прям ускорение, все, вот она пошла. Шумоизоляция, заметьте, мы едем вот сейчас 100 км в час, я разговариваю вполне спокойно, рядом у нас машины проезжают, шумоизоляция вообще просто на уровне. Я вам скажу, что шумоизоляция наравне с семеркой BMW, в легкую вообще, даже мне кажется, может здесь даже чуть-чуть потише, да простят меня BMW-шники. Так что, если вы хотите стать властелином колец и вам нравится данный кузов, я говорю, главное смотрите, чтобы, как говорится, ну, здесь вложения, конечно, если будут, вложения будут по-любому всегда, новый владелец, новый хозяин, когда покупает машину, по-любому что-то делать. Ну, как бы рассчитывайте тоже на свой карман, потому что машина тоже не из дешевых. Ну, я вам могу сказать с уверенностью, что эта машина дает такие ощущения от вождения, что, в принципе, за нее тоже можно платить и отдавать деньги. Ну все, спасибо всем. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, смотрите. Мы стараемся для тех 82 человек, которые уже подписались. И для тех будущих, которым, может быть, понравится наше видео, они поставят лайк и подпишутся.